В период начавшегося с 1988 года армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта одним из самых ужасных, трагичных, имеющих очень мало аналогов в истории событий был геноцид, произошедший в Хаджалы, одном из древнейших поселений в Карабахе. Хаджалинская трагедия стоит на одном уровне с трагедиями Хатыни, Хиросимы, самыми страшными и творимыми с самой ужасной жестокостью трагедиями 20 века. Хаджалы находятся в 14 километрах к северо-востоку от города Ханкенди. До кровавой трагедии 1992 года численность населения Хаджала составляла 7 тысяч человек. Изгнанные армянами в период известных событий из Армении, соседнего Ханкенди, многие азербайджанцы и изгнанные из Ферганы в 1989 году турки, месхетинцы также поселились там. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при поддержке расположенного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшего СССР напали на безоружный и беззащитный город Хаджалы. Сначала город с четырех сторон был окружен армянскими войсками, после этого Хаджалы был сильно и беспощадно обстрелян из артиллерии и тяжелой военной техники. За короткое время в городе произошел пожар, город был полностью окутан пламенем. Защитники города и местное население были вынуждены покинуть город. К 5 часам утра 26 февраля город был захвачен армянскими оккупантами. За одну ночь древний Хаджалы был сравнен с землей. Местные жители, вынужденные покинуть город, убежали в горы, в леса. Везде вооруженные армяне расстреливали мирное население, беспощадно расправлялись с ними. Таким образом, в холодную снежную февральскую ночь много девушек и женщин попали в плен, стали заложницами. В результате зверства преступных армянских войск из числа населения Хаджалы 613 человек были убиты, 487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей, старики, дети, женщины, попав в плен, были подвергнуты уму непостижимым армянским мучениям, оскорблениям и унижениям. О судьбе 150 человек до сих пор ничего не известно. Это был настоящий геноцид. Из 613 человек, убитых в Хаджалы, 106 были женщины, 63 дети, 70 старики. В хаджалинской трагедии 8 семей было полностью уничтожено. 24 ребенка потеряли обоих родителей, а 130 детей – одного из родителей. В этом преступлении 56 человек были убиты с особой жестокостью и беспощадностью. Они были заживо сожжены, им отрубили голову, сдирали кожу с лица, были выколоты глаза у младенцев, животы беременных женщин были вскрыты штыками. Армяне оскорбляли даже мертвых. Азербайджанское государство и его народ никогда не забывает и никогда не забудет хаджалинскую трагедию. Хаджалинский геноцид, направленный в целом против азербайджанского народа, своей немыслимой жестокостью и нечеловеческими методами расправы, является актом зверства в истории человечества. Этот геноцид, в то же время, является историческим преступлением против всего человечества. Гейдар Алиев.